Сейчас начало 5 утра, и девочке стало хуже. Поставила ей капельницу, попробуем немножко, но у нее из носа идет кровь. Завтра поедем опять к врачу. Дай Бог, чтобы девочка дожила. Сейчас капаемся. Состояние очень тяжелое. Две пули в легком не дают ей дышать. Мы думали, что за несколько дней, хотя бы за эти 3-4 дня, мы немножечко сможем ее нормализовать, чтобы прооперировать. Но девочка ничего не ест и очень тяжело дышит. Помоги нам, Бог.